Нашего следующего материала тоже любил проносить товар мимо кассы. В Новочебоксарске 34-летнему местному жителю вынесен приговор. Мужчина получил реальный срок за совершение серии хищений из магазинов. Тем продолжит Марина Сергеева. Мужчина, которого вы сейчас видите на экране, попал в объективы камер видеонаблюдения при совершении краж товара из магазинов самообслуживания Новочебоксарска. Данный молодой человек совершал кражи из магазинов. В основном это кофе, колбасные изделия и бытовая химия, шампуни. С октября 2018 года по июнь 2019 года. Личность 34-летнего любителя сомнительного шопинга была установлена местными полицейскими сразу же. Тогда правонарушитель был привлечен к административной ответственности, но должных выводов не сделал. Совершал мелкие хищения, которые не превышали 1000 рублей. За это его привлекали к административной ответственности по статье 727 по части 1. В последующем он совершил по части 2 727, это более 1000 рублей. Каждое мелкое хищение у него образовывало состав уголовно наказуемого деяния, предусмотрено статьей 158 прим. 1. После возбуждения уголовного дела мужчина находился под подпиской о невыезде, но набеги на торговые учреждения не прекращал. Поэтому было принято решение заключить его под стражу. Дознанию удалось доказать его причастность к совершению 17 хищений из торговых учреждений. На днях Новочебоксарский городской суд приговорил злоумышленника к 1 году 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.